Дорогие женщины, с праздником вас. Мы вас любим, ценим и бережем. Нравится, проснись. Все права на этот сюжет были украдены с Первого канала. Мы не несем никакой ответственности за выпущенное со стороны нашего видео. Это пародия. Это не пародия. Это просто черный хайп на программу Иванта Урганта «Взгляд снизу». У нас сегодня в гостях. Представьте, пожалуйста. Тинора. Здравствуйте. 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 Кумуш, какие вы праздники знаете весной? 8 марта и 21 марта. Что мы отмечаем 8 марта? 8 марта мы поздравляем женщин. А кто в этот день готовит? Женщины? Нет. Мужики. Мужики. Кто у вас дома готовит? Папа. С утра до вечера? Да. Если 8 марта хорошенько поздравить всех девушек, всех женщин, то в другие дни можно их не поздравлять? Да. Даже не дарить цветы? Да. Тоже вот сказал, что вы подарите своей мамочке? Я подарю, если что, цепочку и кольцо. Мы это проверим, подарит ли он маме своей цепочку или кольцо. Ждем вашу маму в понедельник. Вы сами подарите или папа подарит? Признавайтесь честно. Мы обои. Мы обои. Вместе. Together. Не, мы вместе соединим, и все. А что нельзя дарить на этот праздник? Сладости. Почему? Девочки любят сладости. И нельзя их дарить? Можно. Я спрашиваю, какие подарки нельзя дарить? Подарок. Все подарки можно дарить. Если вам подарят носки. Не. А сколько цветов надо подарить вам? 3. 3 штуки хватит? Да. А если 30 вам подарят? Я была бы счастлива. Какие вы затраты несете в этот день? Покупаю цветы. Так. Сережки там. Такие вещи покупаю. Вытекает вопрос. А за какие шиши вы их покупаете? Ну, коплю. За какие деньги вы их копите? За папины. Значит, подарок фактически покупает ваш папа. Да. Что вы подарите своей маме? Я уберусь во всей квартире. Только 8 марта? Нет. Другие дни тоже убираете? Да. Желание есть? Да. Кому именно? Нигуру Садыковне. Пахта. Вата чистейшего сорта. Производится на территории Узбекистана. Руководит этой производством наш дорогой... Алишер. Что ты подаришь, если у парня 8 марта день рождения? Не знаю. Как ты думаешь, ты планируешь остаться в нашей школе еще на один год? Да. На два? Да. На три? Да. На четыре? Да. На пять? Да. На шесть? Да. А на седьмой год? Да. Просто седьмого года нету. Это уже будет 12 класс. Может, на 11 закончим? Да. Здравствуй, Владик. Здравствуйте. Как думаешь, когда ты станешь взрослым, ты станешь Владимиром? Да. Почему? Ну, это свежее имя. Когда ты Владимир. Владимир, похоже. Владимир. Угу, как Владимир Путин. Говорят, что на 8 марта девушкам поставить по пятерке. Как ты к этому относишься? Хорошо. А мальчикам по двойке? Нет. Ты поздравишь маму с 8 марта? Да. Мы ей открытку делаем. Еще вы ей не говорите. Ладно? Насчет чего? Что мы открытку делаем. А что в прошлом году подарил?
А в прошлом году я еще не родился. А в прошлом году я не знал ничего. Странно. Странно видеть годовалого ребенка в первом классе, который уже разговаривает. Всем бы таких детей. И что он подарит своей матери? Это загадка века. Открытку. Открытка. Да. Шикарно. А что в ней будет нарисовано или написано? Написано будет: дорогая мама, я люблю. Дальше. Буду нарисовать. Будь серьезен. Ладно. Спасибо вам. Вам тоже. Владик. Что? Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.